Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня сартелька, давно я уже не записывал. Зашел посмотреть, что тут и как тут. Такс, выбираем сегодня плюшки. Битва гильдии, открываем. Куча плюшек у нас будет, куча всего. Отлично, еще карты забрали. Супер. В общем, сегодня lucky day для сардели. Ну, эту награду вы все и так видели. Коробочка. Огонь просто. Просто красавчики IGG. Что у нас тут? Ну, тут у нас куча всего, но... Фу, ничего себе. Ничего себе. Вы видали, что мы вытащили? На 24 часа. Путешествие монстров. Ну, давайте. Нам почти надо пройти его. Хотя бы начать. Не иначе мне кончишь. Так. Есть. Вот так вот. Карта богатства. Посмотрим. Собрать можем только книги. Выдали нам только книги, ребят. Такс. Давайте позабираем плюшки. Снежный каньон. Ничего себе. Ничего себе, снежный каньон у нас есть. Обмен. Поменяли. Давайте еще посмотрим на фоны. Так, мы сейчас его не заберем. Надо сначала все пооткрывать. Очистить немножко склад наш. Такс, давайте так. Сундуки форта. Осколки. Так, отлично, осколки пооткрывали. У меня такое чувство, что мы осколками скоро каких-то героев соберем. Я никогда не заморачивался над этими ежедневками, но смотрю, неплохо дает. Такс. Поехали. Сундуки. О, еще одна карта, нифига себе. Сегодня Сарделькин Дэй. По-любому. Сейчас какую-то недостающую имбу вытащим. А, такс. Давайте расходники все. Открываем. Так, получить. Отлично. О, ничего себе, два фона аж. Я что, вчера еще один получил, что ли? Что я не понял. Я не понял. Временные. Ну вот так вот, вот такая вот сарделя. Кристаллический эктоплазм. Сменить бесплатно замедление. Просто мега. И получить яйца. Получить в яйца. Ну, фон, что я могу вам сказать? Я не смотрел, как он, ну, не особо заморачивался. Можно было и раньше бы его вам показать, посмотреть. Он действительно интересный, прикольный. Что-то такое нестандартное, ну, красиво смотрится. Похоже на замок, знаете, какой-то. Вот смотрю, смотритель, статуя. Может, что-то поменяется у нас. Посмотрим. Ну, поработали, красавчики. Так, с этим мы разобрались. Поехали дальше. Чистить склад сардельки. Так, ну что, открываем новую имбушку. Активировать, окей. Использовать Анубис. Вот так вот. Сарделька теперь с Анубисом. Там все теперь с Анубисом. Теперь надо Анубиса качать, потому что у всех будут Анубисы. Если ты не качнешь... Ой, просто мега. Мега-мега. Так. Может, у нас там за смену что-то есть интересное. Подарили, получили. Найняли. Обратно получили. В общем, вот так вот. Вот так вот и живем. Такс. Что здесь у нас интересного? Молоточки заберем.
Это заберем, это заберем. Остальное не заберем. Эмблемки понятно. Я надеюсь, там музыка не сильно громко. Такс. Хорошо. Ну что, поехали. Бум. Ой, блядь, карту использовал. Ну. Вот теперь бум. Утекание. Блин. Да что у меня с этим утеканием все время? Ну че не какой-то там пакт? Ну. Вот что с ним делать? Классный все талантик, но ладно, пока оставим, пусть валяется на смене. Такс, забрать все. Магия улучшается. Тут все строится. В общем, на сортельке работа кипит. Такс, это надо улучшить. Здесь еще рановато, это тоже можно улучшить. Кристаллики. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали сюда. Ну, за 4 дня однозначно я не соберу это все. Брать эмблемку это, ну, я не знаю. Знаете, тут может выпасть как топовая, так и говнища. Лучше пароль. А вдруг нам сегодня повезет. Так, открываем. Дальше, ребятушки. Недостаточно места на складе. Окей. Практик дох. Купидон. Купидон у нас есть. Не хочет. Давайте по одной откроем. Бум. Карта вторая. Обалдеть. 10. Ну дайте еще одну карту. И мы сейчас оттуда по-любому какую-то имбу вытащим. Я буду ржать, если это будет Анубис. Смотрите. Кого бы отсюда? Ну конечно бы хотелось Ронина. Ронина... Стрелка, чтобы мы могли их использовать уже, потому что вы знаете, что у меня, я писал, так, недостаточно места на складе, значит, открываем по одному. Паладин, супергерой, рыцарь, еще круче, еще один рыцарь, просто мега героев дает, смерть есть, и друид, вот так вот. Смотрим, я уже даже не помню, что у меня там по герою. Внутри это можно докупить. Паладина у нас не было, ничего себе. Вот так вот. Ну хоть что-то. И друида. Плюс два героя, ребята. Это вам не просто так. Так, окей. Паладин, друид. Плюшки, отлично. Расходников хватает, книг хватает. Песня просто, ребята, просто песня. Где там наш Анубис? Сейчас мы его немножко приведем в чувство. Может и силушку подкачаем. Чуть-чуть. У меня есть, конечно, кагашки, там можно ему качнуть скилл. Но я пока не особо хочу спешить, потому что есть... Все, хватит. Опять хотят нас подкупить. Ну, что ты тут сделаешь? Остается только донить. Че? Так. Ну что, ребят? Как думаете, кто будет? Сердцеедка. Там ее собрали недавно. Жлобы. Ну и на этом спасибо. Хотя бы сэкономим кгшки. Так, хорошо. С этим разобрались. Битва гильдии у нас на носу. Поехали. Будем испытывать мега имбу Анубиса. Можно было бы, конечно, ему утекание поставить. Но только от того утекания на нем никакого. Такс. Что у нас по ресурсам на прокачку? В принципе, мы можем кому-то качнуть даже восьмерочку. Даже вот так вот. Даже вот так вот, ребятушки. Надо просветики, конечно, покачать. Окей.
Поехали посмотрим. Ничего себе, ничего себе. Красавчики просто. Я говорил уже, я не заморачиваюсь, я нападаю на таких же точно, как и я. Так, командора. Вот видите, уже все анубисов повкачивали, блин. Сейчас я буду как нуб, тупо никого не пройду. Жесть. Вот как теперь проходить? Реально, вот у тебя слабенький аккаунт, нету ресурсов. Что делать? Вот реально, что против него сделать? Ну, единственное, что нас еще может спасти, так это смотритель. Все, минус нули. Просто жесть. Вроде казалось бы легкий противник, а фигушки ты уже его пройдешь. Вот все с анубисами, блин, ну реально западло теперь. Будем пробовать вытягивать кого-то. Угу. Вытащишь. Вот я даже не знаю, что делать с битвой гильдий. Чисто вот таких вот искать и проходить. Кстати, неплохой вариант. Давайте попробуем. Ну, если по крайней мере наберем хоть немножко. Попробуем просто разогнать. Если у нас получится. Там особо таких. У него имба героев нет. Сейчас Фрея у нас будет под скиллом. Самое главное, знаете, до того, как разгонишься, посливать всех нормально. Вот, посливал называется. Все. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. До свидания. 156. В любом случае, все печально. Так, хорошо. Надо не особо разгоняться. Да. Но теперь я же говорю, вроде Анубис это круто, но теперь у кого ресурсов на его прокачку нету, а ресурсы были у многих таких, скажем, кто задротствует, ну, кто долго даже играет. И реально печалька получается. Они сейчас его просто качнут по скиллу, и слабенькие тоже с Анубисом ничего не смогут сделать, пока они не наберут ресурсов. То есть на битве гильдии, конечно, это стало еще чуть-чуть печальнее, я бы так сказал. Так, что тут у нас? Тут у нас Фрея. Так, тут тоже Фрейка. То есть такие вот ребятушки пироги. Посмотрите, что я ему сделаю. Уже 11-й скилл, блин. Чё стрелка? У меня два есть. Атма. И лук. Вот вроде такие же, как я по силе, а все печально. О, красавчик. У меня тоже фон есть, кстати. Так, Фрея, Анубис. Фрея даст нам люлей. Я же говорил. Вроде казалось, у меня Фрея тоже с утеканием, да, все дела.
Да уж. 39 тысяч силы ему. Не, ну чё, нормально. Так, тут тоже Фрея есть, но попробуем. Так, ну вроде нормально. Все отлично. Пойдет. Убили нуба называется. 189 минус 2 героя. Как мне это нравится. Я хочу роллинг по 450. Вот я же говорю, сейчас будет реально очень весело. В плане битвы гильдий. Потому что я не знаю, что дальше делать. Так, Ронин. Ну вот таких вот проходить. И то опять же Анубис. Хотя вот для этого он в принципе не страшен. Вот пусть себе там бьют, у меня утекание есть. Я поставлю еще седнушку сюда. Должно быть все отлично, по идее. Так, там тыковка разогнала. Супер. Каким боком? Пробуем отсюда где-то зайти. Ну, в общем, вот так вот к этому скатилось. Для кого-то плюс, для кого-то печально. Так, ну давайте, 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 я вас верю, ворожей. Ну все, тут я должен уже тащить, по идее. Можно и свою тыковку уже выкидывать. Сейчас прикиньте, там Ронин с 10-м скиллом, он просто только фигась-фигась и всех моих посносил. Все может быть, кстати. Так. Нормально. Можно забыть. Можно просто забыть про... Кто такой, кто? Ничего себе, мой фанат. Ладно, тебя я не буду проходить. Потому что еще вдруг не пройду. Это жестко. Попробуем ради интереса. Стрелка не долбит. Называется, пока смотрел, засмотрелся и насмотрелся, блин. Ладно, пустим Рину, тыковку подальше. Это здесь ворожея. Ну, ворожей. Ворожей, ну, все. Так, вот так вот, ребята, натрешивались, короче, 668. Ну, поехали, самое приятное, там, герои откатятся, я еще добегаю, конечно же, за 1200, конечно, по 450, давно я уже не ролил, вдруг нам повезет, кто его знает. Бум, биг бада бум. Да, слотов не хватает. Но зато ему выбили. Мы выбили бочку. Это мега имба. Так. Ну, как видите, вот реально я сейчас задумался уже над тем, что надо аккаунт. Понятно все. В общем, один самоцвет оставили символически. Чистый, без донат. Такой вот трешчок, не знаю, видите, куча плюх, куча всего, выбили этого Анубиса, получил, но он уже не тот Анубис, который был раньше, Анубис есть уже у всех. Для подземок, да, теперь мне будет проще фармить подземки, как и всем, это однозначно плюс, ну, дальше будет видно. Все, пишите комменты, лайки, репостики, всем удачи, всем пока.